Всем привет, с вами StivePro. Всем покажу мод, который добавляет бандитов в Minecraft Pocket Edition. Так, у нас загрузился мир. Так, чтобы сделать бандитов, нам понадобится построить такую постройку, которая состоит из обсидиана, такого камня, нарезанного камня и узурита. Потом нам нужно тапнуть по блоку, вот у нас появляется такой бандит. В режиме выживания он будет на вас нападать, как видите, у него есть какие-то эффекты. Так, кто-то нас еще стреляет, кого-то мы убили. Так, вот. Так, с него выпала гнилая плоть и монеты. Так, нас все равно, да, походу он спавнит невидимых скелетов. Возможно. Так, давайте спробуем второй. Второй это у нас получается красного цвета. Так, он у нас маленько застрял в блоках. Давайте убьем его мотыгой. Ой, ну, так, куда опять стреляет, ладно. Давайте эту добьем, да, давайте реально нам мотыгу, вот сразу с первого удара мы убили его, забрали деньги, все забрали. Так, да, и правда, тут очень много скелетов, у них не, ну, эффект невидимости, поэтому мы их не видим. Так, вот такой классный мод. Так. Давайте поищем еще, наверное, тут еще есть, да, вот еще нашли, вот еще. Ну вот я опять скажу, вот такой мод. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.